Привет, мои дорогие подписчики. Вы думали, я где-то пропал? Нет, на самом деле я нигде не пропал. На самом деле у меня сломался компьютер. И поэтому на это были все причины. Вот мой компьютер. И здесь он уже пустой. Какие-то запчасти я продал. Какие-то запчасти оставил себе. А продал я видеокарту, оперативную память. Оставил себе жесткий диск, винчестер. Ну вот, все запчасти. А полетела у меня в компьютере материнская плата. Это вот такая вот материнская плата. Ее ремонт очень, получается, очень дорого. И поэтому решили приобрести новый компьютер. Новый, как говорится, системный блок. То есть, вот это не знаю, буду продавать, не буду продавать материнскую плату. Но она уже, либо что-то в ней не то. А ремонт в Белоруссии 120 рублей стоит, чтобы отремонтировать. 120 рублей белорусских, чтобы отремонтировать материнскую плату. Я считаю, это очень дорого, лучше приобрести системный блок. Так, что я себе оставил? Ну, кулер оставил себе, потом блок питания от старого компьютера, далее жесткий диск, потому что у меня там и видео мои форматы все остались на жестком диске. Ну и, соответственно, сам CD-ROM Winchester. Вот он идет, такого плана. Надо от пыли немного поочищать. То есть я вот это себе вот эти все детали оставил со старого компьютера. И давайте сейчас будем распаковывать. Вот пришла посылка курьером с Минска. Заказывал я сам компьютер, то есть не полностью системный блок, а как бы по запчастям. И мне его собрали. То есть это намного выгодней собирать, чем просто пойти в магазин и покупать сам системный блок. В магазине я смотрел системные блоки, очень дорого, а производительности, можно сказать, ноль. Поэтому решил собрать его, мне его собрали. Просто коробки как бы по гарантии идут, вот коробки такие идут по гарантии. Ну и сам системный блок уже собран, установлена операционная система Windows 10. Поэтому, если вы решили покупать компьютер, лучше его собирать. То есть, есть определенные сайты, где собирают компьютеры и доставкой потом курьером вам это. А системные блоки покупать нет смысла, то есть, в самом магазине. Поэтому, лучше, как говорится, по вашему вкусу. То есть, этот весь системный блок будет вам на 5 лет, можно сказать, еще служить. Производительность большая будет. Я брал с таким учетом, то есть я этот брал, системный блок, то есть на 5 лет. В 2012 году я его брал, и он мне прослужил, вот можно сказать, 6 лет. Да, 6 лет, это 6, да, 6 лет прослужил. Сейчас мы взяли другой системный блок, и вот производительность тоже. Сейчас я буду показывать, распаковывать посылку, показывать, что именно, какая система здесь, какая материнская плата, процессор. Ну, в общем, сейчас все сами увидите. Блок питания и сам корпус. Потом CPU AMD Ryzen 3 2200G, 3,5 ГГц, сокет AM4 Box. Это вот идет сам процессор, но это пустые коробки от процессора. То есть этот процессор... Это не реклама никакая, ничего, тут пустая коробка идет. Сам процессор имеет видеокарту встроенную, то есть это Ryzen, новое поколение, вот он идет от AMD. Вот мне рекомендовали его именно, очень хорошая вещь. То есть видеокарта не нужна, то есть встроена видеокарта в Ryzen. У него идет, получается, Radeon Vegas Graphics, видеокарта сама встроенная. Ну, я не специалист в этом деле, но... Будем опробовать. Вот он, пустая коробка такая. Все уже. Да. Ну, они уже забрали, они уже поставили. Установили Windows. Вот он здесь был, получается. Угу. Так. Ну, будем проверять. Так, что здесь идет? Это идет интернет-продажа. Потом материнская плата AMB ASRock AB350M Pro 4. Потом оперативная память DDR4 по 4, 2 штуки.
получается по 4 гига. Перепрошивка BIOS материнской платы. Одна штука. Сборка. Одна. Ну, получается, они его собрали. И установка тестовой операционной системы. Операционная система Windows 10 получается. Так, все. Вот процессор. AMD Radeon. Не, Ryzen. Ryzen, да. 2200G. Посмотрите по отзывам там именно в этом, в интернете, не знаю. Так, пустая коробка идет с материнской платы. А, тут даже провода есть к системному блоку. Вот они, провода. Я не знаю, надо разбираться, смотреть это все. Ну, они уже ее поставили. А, вот руководство даже есть такое, вот, книжечка такая. Вот такая книжка. Угу. Ну, материнская плата. Так. Ну и сам системный блок. Сам системный блок и даже цвет... Наоборот, наверное. Подожди, да. Там что-то тарахтит. Сам системный блок... Да. Сам системный блок, я даже не знаю, каким он цветом идет. Поэтому давайте посмотрим, какой у него здесь цвет. То есть я не заказывал никакой, какой был первый попавшийся. Я думаю, будет черный. Та-дам, та-дам! Для нас это тоже сюрприз. Как я и говорил. Уже и запаковали его. Надо, может, неправильно его. Что он тут не достается, а? Короче, надо заднюю часть тут тоже. Вау! Сейчас только, ну вот сюда. О, запрессовали, а? О, все. Ну, вот это круто вообще. Там что, какие-то болтики. Катя, тебе тоже интересно, а? Посмотри. Покажи Кате. Тебе тоже интересно, да? Тоже тебе интересно? Сейчас посмотрим, Катерина. Дулю показывает. Ты кому дулю показываешь, а? Папа, на тебе дулю, я вижу. На тебе, папа, дульку. А ну-ка, Маринка, показывай. Ой, ну круто. Матовый. Ой, матовый. Ой, вообще класс. Делюкс. Угу. Матовый прям. Я у нас даже... такой глянцевый, на нем оставались постоянно пальцем только ну. Вот он. А вот даже кнопка включения вот получается для USB. Для наушника передний это тоже. Ну, наконец-то, а то у нас сзади для наушников это да, очень неудобно. А здесь пленочка для этого, ну, для CD-ROM. А это что за кнопочка? А это, не знаю, сбрасывать, наверное, или что это такое. Ну, короче, ну, какой, да, классный, угу. Такой матовый. А ну-ка сзади посмотри. Угу. 250. USB. О, HDMI даже не надо видеокарты, он здесь есть, получается. Вот HDMI выход к телевизору. Я думаю, нужна будет видеокарта. Так, ну давай, наверное, я все-таки открою его с этой стороны. Покажем. Давай. Ты все показала, да? Вот под монитор. Так. Это под колонки, под этот. Ну, под мышь. Это старую мышь. Это USB. Получается. Ну, это под. Сейчас открою ее.
Надо будет посмотреть сейчас внутренность. Короче, это дорогая была. Давай, наверное, переверну так вот. А ты так вот покажешь. Аккуратненько только так. Подожди. Опа. Все, показываю внутри. Так, вот он идет сам системный блок. Вот она, материнская плата. Вот такая солидная, да, черная прям. S-ROG AB350M Pro 4. Так. Вот он, кулер идет. Ну, процессор я вам показывал. Процессор Ryzen AMD. Встроенная, как бы, можно сказать, видеокарта. Вот он идет. AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics. 4 core процессор, 3,7 ГГц Max Boost. Так. Блок питания. На 500 Вт. Ну, в общем, заряженная. Вообще заряженный. Ну, вот сама материнская плата красивая такая. Вот, черная. Идет. Так, все, крышку. А, вот жесткий диск. Я заказывал еще тоже на 1 терабайт. Ну, фактически все. Еще диск какой-то. А, диск, наверное, это для этого. Драйвер. Это драйвер для материнской платы. Идет. Ну все, тогда подсоединяю, подключаю. Хочу свой жесткий диск тоже сюда подключить, либо винчестер. Вот там где-нибудь подключить. А вот они, две оперативки. Стоят по 4 гига. В общем, он будет современный еще 5 лет, а то и больше даже. Поэтому очень довольны, очень довольны. Все, всем пока. Ну, собственно говоря, и все. Подключили сам системный блок. Вот он идет. Намного тише, да, Марин? Да. Намного тише работает системный блок. Очень вообще тихо-тихо. У нас старый был, он очень... шумел у нас, да? А этот тихо-тихо работает. Поэтому вот он, сам интернет-магазин socket.by. Вот номера телефонов. Звонить со стальки до стальки. Это не реклама, не поймите. Поэтому у каждого свой выбор. Уже можно на нем работать. Тут 10 надо разбираться, Windows 10, да? Загрузки. Да, тихо работает вообще.